Всем привет! Хочу записать небольшой ролик, показать виргинских перепелят, рассказать что-нибудь про них. Вот они, но, к сожалению, уже не во всем сборе. Как помните, вылупилось 10 штучек, 3 окраса снежинка, 2 дикого окраса и 5 окраса золота. И, к сожалению, один перепеленок, как раз и снежинка, погиб. Сейчас вот пришел, он мертвый, но он был самый мелкий, такой самый слабый, это который с острова конца лупился, ему помогал. И у него была кривая лапка, он как бы на нее наступал, ну, криво. Как вот, не вот так, а вот так, как на бок. Не знаю, как объяснить. Ну, в общем-то, все равно бы с него особо толка не было, но жалко все равно, обидно. Будем надеяться, что эти двое выживут и будут мальчиком и девочкой. Так, все хорошо. Они, конечно, эти двое, видите, гораздо мельче остальных. Но шустрые эти и те прям все хорошо, тьфу-тьфу-тьфу. Пропаиваю сейчас гамматоником. В поилочке, видите, желтая. Ну, и вот такие прям шустрики. Они, конечно, бояки. Они всегда, виргинские перепела, шугливы. Их не приручить. Это необычные перепелки. Эти прям боятся всего. Бегают вот так, руку опустить. Они все разбегаются, прыгают. Еще крылья отрастут и летать начнут. Нужно будет высокую коробку или сеткой накрывать. Ну, вот такие вот милахи. У них тут тепло, хорошо. Как раз, мне кажется, комфортная температура. Я вот так вот накрываю. И они там и по краям не жмутся, и под лампочку как бы ходят. По всей коробочке. Идеально. Вот так кушают все. Видите, клюют. Малявки. Скоро еще вылупятся обычные перепелята у меня. 5 апреля вроде должны лупиться. Сегодня 3, так что совсем скоро. Посажу их тоже вместе с этими. Ну, наверное, буду растить. Может, и продам там, знаете, как получится. Во всяком случае, оповещу вас. Сейчас попробуем им лучок дать. Прямо мелко-мелко вот так нарезал. Посмотрим. О, кушают. Надо еще яйца отварить, тоже им давать. Вот такие вот красавчики. Вот такие быстрые, быстрые, шустрые, шустрые. А ну не бояться. Аккуратненько. Вот это золото как раз. А вот это дикий окрас. Ну, а вон они, снежинки бегают две. Все. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока. Доброй ночи, кто смотрит ночью. Ну, у меня ночь, буду выкладывать сейчас. Ну, кому-то, может быть, уже доброе утро, добрый день. Смотря, когда смотрите. Вот так вот их накрываю и ухожу.